Это что за человек? За машина вы посмотрите. Фу-фу-фу. Один день. Салам алейкум. Но для того, чтобы изменить, это не значит, что он ее не любит. Может, просто он ее любит, страсть прошла. Может, пьяный был, присунул тебе по тихой грусти. Поэтому разные факторы бывают. Сказать, чтобы это было основным вашим доходом, нет, это очень глупо и тупо. Вот, верить кому-то, давать деньги кому-то в управление тоже не рекомендую. Ну так, ради любопытства, там 100 рублей. Уже, короче, раз десятый снимаю, но тем не менее. Здесь так красиво. Перестаю дышать. Смотрите, 3D. Прямо. И вы, девчонки, хитрые. Вас же оскорбляют, наверное, не просто так. Вы же, наверное, что-то делаете для этого, понимаешь? Нет худа без добра. Так что думайте, задумайтесь, в чем ваша проблема. Что? Если ты хочешь шурум-бурум с другом семьи, то это будет ужасно. Потому что он ходит к вам дома, он общается с твоим мужем. Это вообще... Поэтому гони такого друга из семьи, потому что разрушит вашу семью. Хочу сделать объявление. Пососите мой большой черный хуй! Я, сука, выиграла в лотерею, блядь! Выиграла в ебаную лотерею! Я, блядь! Подозреваю, что он мушкетер у тебя. Он будет добиваться, делать романтики. На секс с таким мужчиной можешь не рассчитывать. Это ненормально. Ненормально. Ну, тут тонкая очень грань. Можно сказать и есть, можно сказать и нету. Не ответить на этот вопрос. Иногда бывает, что был секс, и после этого ребята дружат. Вот так вот бывает.